Сидите с мужиками после смены, пищбрикеты кончились, а жрать что-то надо. Вспоминайте про мясо в комнате Б-29 соседнего блока. Пидарите туда. Мяско тушами висит на крючьях. Ехидный коптильщик закрывает гермодверь. Приходишь в себя на разделочном столе. Твои кореша, выпотрошенные, плавают в бочках. Тебе усач в спецовке отрубает конечности и бубнит себе под нос. Сейчас пойдешь мариноваться. Много-много вкусняшки из вас выйдет. Перед тем, как вновь потерять сознание, видишь его лицо. Червь ползет из уха к глазу, а со лба щек рта стекает черная слюна. Приходишь в себя в бочке с соленой жижей. Начинаешь пить ее, чтобы не захлебнуться. Просыпаешься у себя дома весь в поту. Слышишь голос? Не стоило вам вчера с мужиками так набираться. А эта красавица-жена всегда заботлива. Выпив стаканчик чайного гриба, выходишь пробздеться в коридор. Ебать мой лысый череп, Семенович, это ты? Вогнанный в спину крюк воспринимаешь как похлопывание по плечу от старого друга. В голове у тебя стоит чудесная картина родного блока. Как и у всех туш мяса в коптильне. Thank you.